плохо видим, устают глаза, к вечеру сильнейшая усталость, проблемы со зрением, изначально вам поможет вот этот бокс. Бьюти Вижн Бокс. Здесь натуральные светофильтры, которые предотвращают воздействие синего света от смартфончиков, телефончиков и всего остального. Дальше, что у нас тут с вами еще есть? Омега, которая восстанавливает клетчатку глаза. Сетчатку. И антиоксидантный комплекс, который защищает наши клеточки глаз от разрушительных воздействий свободных радикалов. Сохраняет остроту зрения. Вот. В пакете. Один пакетик с утра выпили. Бокс рассчитан на 30 дней. Ребят, вы должны понимать, что если у вас глаза уже проблемные, то вам нужно длительно пить. Значит, вы не едите что-то того, что восстанавливает глаза, ну, возможно, наследственность. И вот тут уже важно, да? Либо вы станете слепые, как куры, ночи, либо начнете потихонечку восстанавливать. Вот. Хотя бы зафиксируйте на том уровне, на котором есть, снимите боль глаз и начнете потихонечку восстанавливать. Возможно, будет хороший откат. Возможно. Возможно, просто будете стоять на месте и хотя бы не будет ухудшения. Понимаете, о чем я говорю, да? Это БАТ, они дают то, что вашему организму не хватает, чтобы самостоятельно восстанавливать глаза. Если вы там за 30 лет ушатали свои глаза, что они болят, понятное дело, что нужно что-то уже делать, да? И ни за один день не получится, ребят. Ну, это знаете, как вот вы, допустим, зуб сломали, или там, нет, у ребенка зуб вывалился. Ну, вот выпал зуб. Нужно сколько времени, чтобы новый вырос, правильно? Так и здесь.